И когда на нас, военных, бывают очень косо смотрят в некоторых ситуациях. И вот однажды в споре с оппонентами гражданскими пришлось написать такую песню. Вперед. Тесно моей душе до боли тесно. Честно служили мы отчизне честно. Но кто сказал, что мы пробойцы и убийцы, что прячем от людей свои лица? Что же вы так не любите нас? Что же? Прозрение видеть тоже, что мы лишь там, где людям больно, где кровь и горе, а вы здесь очень довольны нашей долей. Вольно живете вы на свете, вольно. Когда вас бьют, вам очень больно. Но мы всегда идем навстречу вашей боли. Мы подставляем свои плечи под вашу долю. Но мы всегда идем навстречу вашей боли. Мы подставляем свои плечи под вашу долю. Чужой нам только. Но вот когда мы своей грудью вас защищаем, мы тоже плачем, люди, друзей теряя. Но вот когда мы своей грудью вас защищаем, мы тоже плачем, люди, друзей теряя. Завтра война, то никто, кроме нас, нам беда, не беда, нам Москва, не Россия. Если завтра война, то никто, кроме нас, не оставит свой след. Ни в Чечне, ни в Сумме, никого из них. Там, где нужен солдат, слава Богу, что нет. В Государственной Думе ни тебя, ни меня, ни всех наших ребят, слава Богу, что нет. В Государственной Думе ни тебя, ни меня, ни всех наших. Сегодня я хотел бы дать слово представителю троих властей, без которых издание книги не было бы возможным, в лице первого заместителя губернатора Красноярского края, руководителя администрации губернатора Сергея Александровича Пономаренко. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Действительно, мы собрались сегодня здесь для того, чтобы презентовать книгу о наших земляках, о красноярцах, принимавших участие в боевых действиях на Северном Кавказе, действиях по наведению конституционного порядка и, к сожалению, погибших при выполнении своего воинского долга. Идея издания этой книги нам принадлежит была не ветеранам гражданской ассамблеи Красноярского края. Эта идея была
рассказано губернатору в прошлом году, в 2015-м, поддержанный Александровичем Толоконским. Присоединитесь на агентство печати массовой коммуникации, ваш коллектив совершенно широкий сформирован, которые вошли в том числе и наши коллеги из районных газет, которые готовили очерки о наших земляках, рядовых офицерах, которые служили на Северном Кавказе. 189 очерков, да, вошло в эту книгу. Здесь присутствуют некоторые журналисты, писавшие эти очерки. Получилась вот такая очень трагическая, но очень важная книга, которая, думаю, станет важным документом с точки зрения сохранения памяти, а с другой стороны, и очень воспитательным пособием для наших новых поколений красноярцев. Мы собрались здесь 5 февраля 2000 года, закончив крупнейшая войсковая операция по освобождению города Грозного, которая была такой серьезной поворотной точкой в чеченских событиях. 16 лет прошло уже с той даты, от момента начала первой чеченской кампании прошло уже более 20 лет. Время летит очень быстро, и время расставляется на свои места. Мы помним, как в 90-е годы, во время первой чеченской кампании, общество было расколото, и ряд средств массовой информации нагнетали ажиотаж, негативно освещая деятельность и действия наших военнослужащих, работе сотрудников правоохранительных органов, которые выполняли свой воинский долг на территории Чечни, Дагестана. Но сейчас, по прошествии 20 лет, мы понимаем, какую важную миссию они выполняли, поскольку фактически впервые тогда Россия столкнулась с проявлением международного терроризма, и неизвестно, чем бы все это могло закончиться. Этот пожар, который загорелся на Северном Кавказе, он мог перекинуться и в целом на всю территорию нашей Родины, не знаю, где бы мы сегодня были, если бы тогда многие тысячи российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, к сожалению, ценой собственной жизни, не остановили распространение этого ужасного пожара. Сегодня здесь присутствуют близкие наших земляков, погибших там, родители, жены, и хочется от имени всех нас сказать, выразить вам слова признательности, благодарности. И дело нас всех, органов власти, общественников, сохранять память о наших земляках, которые ценой собственной жизни сохранили для нас нашу страну. Я уверен, что на этой книге будут воспитаны многие поколения молодых красноярцев, которые, исходя из этих трогательных историй, которые написаны не понаслышке, будут знать, что такое патриотизм и что такое готовность с оружием в руках защищать свою родину. Спасибо вам большое. Спасибо. Больно отзываются в сердце. Тяжело о них говорить. Но помнить о них нужно. Хочу сказать большое спасибо за эту книгу, потому что, конечно, это результат очень многих людей, и нас в том числе, потому что я знаю, что ко мне приезжали, и за мной приезжали, и подруги моей тоже, что были слезы, и радость была действительно такая. Ну, тяжело об этом говорить, но тем не менее, большое спасибо, потому что это память, это история, и об этом нужно говорить. Я сама работаю в колледже и воспитываю студентов в военно-космическом колледже. Я им все время рассказываю, они знают о том, что произошло в моей семье. Я вожу их во МНОН, в Народный музей, и они, в принципе, знают об этом. И, знаете, с чувством высокого понимания знают и хотят многие служить в армии. А ведь среди молодежи совсем другое мнение сейчас бытует, что в армии не надо ходить, что там страшно. Ну, в общем, мнения изменились сейчас, после того, как бы, когда я рассказала, что вот в моей семье случилось вот такое. Большое спасибо за это. Очень много народу, очень много организаций включились в работу, и когда работа началась, маховик этой работы раскрутился настолько, что мы едва успевали перерабатывать информацию. Вот первоначальный импульс, человек, который сказал, что эта книга должна быть, который убедил в этом всех, кто в итоге принял в участие, исходил из уст Ивана Анатольевича Воробьева, который была ветераном Гражданской ассамблеи Красноярского края. Ему хотел бы предоставить слово, чтобы он рассказал о том, как начиналась эта книга и как она создавалась. Большое спасибо, уважаемые друзья.
Ну, я бы на самом деле здесь не присваивал себе. Действительно, первый вопрос, который мы задали губернатору на первой встрече рабочей, был именно вопрос продолжения издания книги памяти. Это второй том. Первый том был у нас «Памяти погибших в Афганистане». И вот даже та значимость, которую мы сами для себя определили, мне просто досталось это сказать губернатору. И мы очень благодарны, я думаю, мои коллеги по палате ветеранов меня поддержат. Действительно, очень сжатые сроки. Книга, которая есть, она... Это тяжелая книга, читать ее будет тяжело, но такие книги должны быть, потому что, ну, если взять Афганистан, еще лет 10, и мы не смогли бы собрать уже материалы, просто потому что и мамочки, и родители уходят из жизни, материалы теряются. Мы сделали это вовремя. Может быть, можно было раньше, но позже уже нельзя было. По погибшим на Северном Кавказе тоже, то, что книга есть сейчас, у меня, знаете, даже такое, не то что суеверие, я очень надеюсь, что в ней не будет добавляться страниц. И очень хотелось бы, чтобы это было именно так. Но то, что она издана, огромное спасибо не нам, мы все-таки всего лишь инициаторы. Мы, конечно, благодарны губернатору края. В это трудное время найти финансирование, мы понимаем, было непросто. Но вот та приоритетность задач, очевидно, сыграла свое дело. И сегодня мы эту книгу держим в руках. Огромное количество людей, журналистов, агентства по связям, как оно правильно называется, агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края, журналисты со всего края, музеи, друзья погибших, воинские части. Это была большая-большая работа. Вот этим людям я бы тоже хотел сказать огромное спасибо, потому что если бы не они, если бы не их качественная работа, мы бы сегодня эту книгу в руках не держали. Поэтому очень переоценить, наверное, важность трудно. Книга очень важна, и за ее издание, конечно, огромное спасибо. Которая связана, говорит, в том числе с потерями тяжелыми, которые несли советские солдаты в Афганистане. Юрий Николаевич. Спасибо большое. Дорогие друзья, если позволите себе такой наш неофициальный формат, наверное, правильно, потому что те события, которые были в Чеченской Республике, они ну, каждое буквально, через каждого прошли, я был в составе Собора в Чечне, в составе Рамона в Чечне, Мого штурма Грозного, и другие события, и там, как нигде, проявляется человеческие качества каждого, кто имеет. Там и трусость, откровенно сказать, и смелость, и мужество. И там солдаты генерал Серов, по такому у меня задача не возможно. Это все подтвердит. Откровенно скажу, самые искренние благодарности за издание книги, впоследствии услуг поддержки губернатора Красноярского края, Виктора Александровича Комского. Ну и нужно признать, это все организационные вопросы. Все вопросы непосредственно книги Левин Сергея Александровича Комарова, который для нас является губернатором Красноярского края. Безусловно, большую помощь инициатора палаты ветеранов Красноярского края. Но, пользуясь случаем, я преклоняюсь перед маме, доме, погибшей, которая сейчас здесь. Потому что, к сожалению, мне, как командиру подразделения, приходилось многих оповещать. И это ну, лучшее наказание, честно сказать. Очень приятно, что продолжают традиции сегодня ребята, которые служат дальше в этом подразделении. Мне нужно признать, что личность состава подразделения, командование подразделения, Крестово Собор, ОМОН, региональное управление ФСБ России по Красноярскому краю. Сделаю все возможное для их увековечения. На сегодняшний день ребята командиры здесь присутствуют, закреплен личный состав за семьями погибших. Это тоже очень важно. Сегодня, как никогда, мы понимаем слова президента Российской Федерации, который буквально абсолютно недавно выразил публично, что главная национальная идея нашей страны – это патриотизм. Этот патриотизм, как раз он закреплен в камне, который стоит на соборе. Он закреплен в кабине, он закреплен в душах всех присутствующих здесь. Мы все здесь объединены,
одной национальной идеи. Это любви к родине и чувство патриотизма. В этом кругу это никак, никто не скажет, что это звучат слова Кварца. Ни в коем случае. Нужно признать, что буквально через некоторое время, в 19 часов, в Туме Церкви будет у нас концерт, значит, афганский лидер. Но тоже некоторая созвучность будет тех поколений, которые участвовали при Будре Великой Отечественной, и Республики Афганистана, и Чеченской Республики, и при событиях других поколений. Нужно отметить, что, на мой взгляд, я, когда я стал книгами, свидетели, там ребята разных национальностей. Да, я уже теперь это смея вспоминает, но они разных национальностей. И это говорит о том, что сегодня, как никогда, мы после понимаем имеем по национальным мнениям, по недопустимости межнационального развития, недопустимости ожидания различных конфликтов, различных разъединений в этой части особи. Потому что те события, которые сегодня оставлены уже в этой истории, что ни в коем случае не состоит. Я от всей души еще раз выражаю себя лично, если вы не короче, то есть, как вам сказать, слова искренней благодарности, как Сергей Александрович, то есть нет своего слова, к мамам погибших, еще раз говорю, к дому погибших, к всем тем, кто сегодня достойно продолжает традиции, это прежде всего за этот труд, за это воспитание, за этот подвиг. Потому что подвиг ребят, которые там были, он созвучен с подвигом тех людей, тех мам и доков. Принял участие со своими ребятами непосредственно в помощи в публикации этой книги. Старались, времени было очень мало. И вот мы, ветераны боевых действий, участники этих событий, во многом благодарны тем парням, которых сегодня с нами нет. Именно за них мы всегда поднимаем самый печальный солдатский третий тост, чтобы упомянуть наших братишек, не вернувшихся с той войны. Сегодня в книге памяти участников этих событий много, и все служили в разных подразделениях, но всех нас объединяет, что мы граждане великой страны, которую мы обязаны защищать. И то, что сегодня мы продолжаем сохранять их память в наших сердцах, делает их бессмертными героями нашего времени. Мы будем продолжать чтить их память. Спасибо огромное всем, кто принял участие в этом благородном деле. И позвольте зачитать стихотворение, которое я тоже думаю отразить сегодняшнее наше мероприятие. Кто знает, как горит земля, как рвутся в воздухе надежды, и что словами не сказать, уже не будем тем, кем прежде. На необъявленной войне мы воевали, как умели. Нам надо помнить, дальше жить за тех парней, что не успели. Спасибо. А в конце книги есть библиография, непосредственно по имени можно найти конкретный материал. А в-третьих, здесь имеет погибших защитников Отечества, тоже принимал участие в организации очень плотной в работе над этой книгой. Здравствуйте всем. Хочу сказать низкий поклон всем, кто принимал участие в создании этой книги. Мы со своей стороны, мамочки, вдовы, помогали как могли, всеми материалами, никто не отказался. В кратчайшие сроки приносили все, что кто у кого были, материалы, фотографии, какие-то еще такие экспонаты, все приносили. И я очень благодарна Юрию Викторовичу, потому что он в такой тесной связи с ним, вот перезванивает, что нужно помочь. Всегда я откликалась, и он откликался на мои просьбы. Эта книга для всех нашей семьи, знаете, как настольная книга. Наша жизнь посвящена памяти. Мы живем только для того, чтобы память о погибших наших близких, которые с честью ушли из этой жизни, выполнив боевой приказ, не отступили никуда. Вот ради этого мы и живем. И сегодня, и завтра будем жить только ради этого. Поэтому вот эта книга, она нужна нам и важна для детей наших, которые остались сиротами без отцов. Эта книга нам нужна еще и потому, что, вот как пишет здесь губернатор Виктор Александрович, необходимо как источник мудрости и силы и в настоящем, и в будущем. А у нас сейчас наши мамочки и вдовы очень активно включаются в проведение уроков мужества, уроков истории. Поэтому вот все, что можно вот почерпнуть, найти вот в этой книге, мы, конечно, найдем. С
спасибо огромное всем и низкий поклон за эту книгу. Очень важную, очень нужную книгу. И я думаю, что она и в школах нужна очень. Мы постараемся, чтобы и в каждой школе, в библиотеке она обязательно была. Она очень важна. Спасибо. Ветеранского региональной организации. У вас очень много людей, которые прошли Великую Отечественную войну, и они, наверное, внесли свой вклад какой-то такой исторический в эти, спасибо, в эти вещи тоже. Может быть, я не столько, пусть простят меня, герои Великой Отечественной. Но, тем не менее, я хотел бы сказать, мы недавно, благодаря поддержке губернатора, есть одна книга. Великолепная книга присвоит звание героя, и презентация проходила вот за этим столом. А я хотел бы сказать о другом, но в тот период я возглавлял управление ФСБ, и ребята, вот я открыл страницу Константин Филиппов, он пришел ко мне, при мне в отдел специального назначения, это был 9-й отдел, когда он назывался 9-й отдел, а сейчас Россина, и он создавался в этот период, ребята уже начали воевать. Да? Я хотел бы подчеркнуть, дорогие друзья, дорогие близкие, родные, товарищи офицеры, 94-й год, это вообще, говорю, мы помним, это страшный был период, но это было начало разгрома терроризма и борьбы с терроризмом, фактически. Вот в этих страшных, невыносимых условиях, в которых находилась Россия, вооруженные силы, силы специального назначения, дорогого стоит, что в эти страшные декабрьские дни 94-го года, январские 95-го, что делали наши солдаты? Действительно, я согласен с вами, это продолжатели героических подвигов Великой Отечественной войны. Я хотел бы их напомнить. Мы сегодня, вообще февраль месяц такой необычный. 2 февраля мы отметили и отмечаем ежегодно 72-ю годовщину разгрома фашистов под Сталинградом. Вы знаете, где-то это сродни. Не будем сравнивать, сродни. Величайший подвиг под Сталинградом, когда начался разгром фашистских войск, по сути дела, после Сталинграда. С 94-го, затем 96-го и во вторую чеченскую кампанию настоящий разгром террористов на Северном Кавказе. И сегодня, к сожалению, борьба продолжается. Здесь присутствует действующая сотрудник, как раз отдела специальных операций управления ФСБ, в котором участвуют сотрудники нашей красноярской полиции, ГУФСИНа, регулярно там бывают, нашим землякам. Спасибо всем. В 2005 году решился вопрос, помните, сложный период, вопросы, когда у нас создалась гражданская ассамблея Красноярского края. И одной из первых в эту организацию создалась Палата ветеранов Гражданской ассамблеи Красноярского края, куда вошли все ветеранские организации боевых действий, то есть спецподразделения, органов, всех силовых структур, все организации, Союз ветеранов Афганистана, военных структур, конечно же, Краевой совет ветеранов. Ветераны войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов. И с этих пор мне хотелось бы отметить и выразить искренние слова благодарности. У нас как-то наладилось взаимоотношение с органами власти, исполнительными, законодателями, где мы совместно, ежегодно принимаем решения. Это с участием губернатора, это и предыдущих, и Александра Геннадьевича Попойна, и Кузнецова, и Виктора Александровича Толоконского. И поэтому, пользуясь моментом, разрешите высказать искренние слова благодарности администрации края за поддержку ветеранского движения, ветеранов боевых действий. И, конечно, сегодняшняя дата – это одна из страничек истории работы, нашей совместной работы по увековечению памяти тех, кто нам дорог, кто нам близок, и чью память, о которых мы должны сберечь. Если говорить о книге, мы в 2015 году выпустили также свою книгу, но там мы увековечили имена «Долг, память, честь». Ну, администрация края, видели мы ее, смотрели. Там, конечно, говорится о наших мероприятиях, которые мы проводим, увековечены имена сотрудников. Но здесь увековечены имена всех тех, кто сегодня погиб.
И это сегодня нас объединяет, поскольку сотрудники органов внутренних дел, силовые структуры, они всегда остаются, были. И вот, конечно, к сожалению, эта книга, число пополнилось в 2014 году, погиб. Еще наш первый товарищ со спецподразделения, это Емельян Николай Владимирович. Мне, конечно, сегодня выразить искренние слова благодарности хочется вдову, дорогим нашим боевым подругам. Здесь командиру Красноярского сота и я бы несколько хотел сказать моментов по этому поводу. Ну, первое, здесь говорили уже, что мы несколько поклоняемся перед матерями и женами павших за Родину. И мое глубокое мнение и пережитое, и, наверное, мои коллеги, кто были в Чечне, все присутствующие. Вот. Не хотелось бы видеть сегодня слезы, и тяжело видеть слезы матерей и жен, провожавших солдат на войну, а тем более встречающих, значит, вот, своих погибших сыновей, отцов и так далее. Хотелось бы, чтобы это больше не повторялось. Про молодого бойца. Сергей Харгатов, сотрудник Федеральной службы безопасности, памяти которого по инициативе управления в прошлом году был учрежден конкурс детского рисунка «Герой моего времени». И уже второй год подряд этот конкурс проводим мы у себя в Доме офицеров по поддержке управления Федеральной службы безопасности по Красноярскому краю. И то, как дети изучают биографию этого офицера, то, как они сопереживают его судьбе. Человек, который при исполнении боевого задания смог достойно занять место в нашей памяти, в нашей исторической памяти. И очень важно, чтобы такие книги появлялись в библиотеках, чтобы пролистывали эти страницы не только мы, кто сегодня здесь собрался, и родители, вдовы погибших ребят. Очень важно, чтобы эти книги пролистывало наше молодое поколение, потому что понятие исторической памяти – это очень важно. Это наше будущее, наше достойное будущее, это наша защита. Спасибо. Фамилии погибших при службе вооруженных сил. В одном Ленинском районе, начиная с венгерских событий 1956 года, заканчивая погибшим, сгоревшим в подводной лодке в другой части, призывником в 2005 году, насчитал 56 человек. Я так думаю, если взять в каждом районе таких ребят, которые также с честью несли воинскую службу и погибли при исполнении своих служебных воинских обязанностей, то у нас получится еще третья книга памяти наших всех красноярских военнослужащих, которые даже вот здесь, в городе Красноярске, бывает, погибают при исполнении служебных обязанностей. Тем более у нас сейчас 2 года шла война на востоке Украины. Наши красноярские ребята тоже там выполняли подобные средства своих интернациональных долг и тоже не погибли. Поэтому у меня такое предложение на этой книге работы не заканчивать, продолжать работу дальше, поисковую работу, и чтобы третий том у нас был уже о том, всех отдавших свою жизнь за и прибавка иллюминатору в полет по пути, припоминая список лет, над местами, где теряли мы ребят, и шипануя над Бамутом пролетая, у тебя, Серега, сын родился в мае, стюардесс, ничего не понимая, что-то спрашивая. Третий раз подряд. Я бы сказал ей, как горит БТР, когда град гремит в ночи, как гроза. Я бы сказал ей, как запущенных сфер в землю падает мужская слеза. Но я память
тебя пойму как струну, и Наташке как сестре улыбнусь, и скажу ей только фразу одну. А я знаю эту землю на вкус, а я знаю эту землю на вкус.